Всем привет, дорогие друзья! Короче говоря, это внеплановый ролик, но с очень важной сейчас для вас информацией. Мед. Мед. Сладкий вязкий продукт, который вырабатывают пчелы. Пчелиный мед представляет собой частично переваренный в зубе медоносной пчелы нектар, либо сахаристые выделения некоторых растений, или же некоторых питающихся соками растений насекомых. Мед содержит от 13 до 22% воды и от 70 до 80% углеводов, глюкозы, фруктозы, сахароза, а также в незначительных количествах витамины. А если серьезно, ребят, то в долине Стардию мед точно так же получается от пчел в ульях. Итак, для начала, чтобы получить хотя бы дикий мед, нужен улей. Рецепт изготовления улья открывается на третьем уровне фермерства. Для создания требуется 40 единиц древесины, 8 единиц угля, 1 железный слиток, 1 кленовый сироп. Также один улей можно получить в награду за завершение узелка с осенним урожаем. Представим, что вы сделали один улей и не знаете, куда его поставить. Его можно поставить куда угодно, хоть на ферме, хоть в городе Пеликан, но учтите, чтобы улей не стоял на пути какого-нибудь жителя, иначе улей снесут и вы его не вернете. Если радиус улья не задевает какой-нибудь цветок, то он будет производить обычный дикий мед, который продается за 100 золотых. Если же поставить улей рядом с цветами, то он будет производить цветочный мед, который намного интереснее в плане денег. Вот посмотрите на табличку, тут все расписано. Из меда можно сделать медовуху, положив мед в бочонок. Плюс к тому мед используется в хозяйственном узелке и в двух рецептах. Тотем-телепорт ферма, ну и да, медовуха тоже. Нравится мед всем жителям, кроме Мару и Себастьяна. Надеюсь, вы все поняли.